Алло. Да, молодые, это Летников звонил. Ага, да, слушаю вас. Да, остановились мы с вами на том, что я вам предлагаю рассмотреть два варианта для себя заработка, да? То есть с той компанией, с которой вы обсудили, да, с нашей компанией для сравнения, молодые. То есть в любом случае, я вам предлагаю формат работы одну-две недели, чтобы вы посмотрели на свои результаты, да, вы уже имели с чем сравнивать, да, и решали, с какой компанией вам может быть выгоднее сотрудничать, да, ну, либо же оставаться даже в двух компаниях, в принципе, заработок от вас от этого меньше не будет. Угу. Ну, я говорю, я же договорился, что уже вечером буду, ну, переводить деньги на счет. Вот, так я не знаю смысл. Потому что они мне, говорю, и мало того, что, ну, деньги перевели, вот, они и все остальное мне показали, объяснили, а вы только пока, ну, говорите. И не более того. Ну, я вам тоже могу показать компанию, в каком топ-списке она находится, чтобы это тоже видели. А, и лицензию прислать, да? Вы, ну, с какой страны, вы с какой страны звоните? Кипр, Лимассол. А, Лимассол, понял, понял. Так, да, лицензию мне пришлите на деятельность в Евросоюзе, вашу. Вот, что вы именно осуществляете. Потому что, ну, Кипр, он в Евросоюзе. И договор мы с вами какой-то будем подписывать, правильно? Насчет... Ну, договор вы подписываете после активации счета, вы можете подать вопрос. А, вот видите, нет, значит, не будем с вами работать, потому что там сначала договор, вот, мне предоставят, так что, я не знаю. Ну, договор, как у вас есть обычное положение по площадке, вы когда проходите регистрацию? Нет, любые финансовые операции в Евросоюзе регулируются договорами, вот. Если вы этого не знаете, если вы точно с Кипра, а не с Украины какой. Если с Украины, так тогда поцелуем Энеус Раку. Вот, я могу сказать. Что вы сказали? Если с Украины ты, тогда поцелуем Энеус Раку. Вот. А я если... не понимаю. А, не понимаете, да? Понятно. Понятно. Дальше... Смотрите, молодцы, давайте я вам тогда перешлю все на почту, посмотрите, изучите. Так мне уже скидывали, всякую фигню, вот, именно с NeuroTrade. Какие-то подключения, коды. Нахер оно мне надо, когда я попросил лицензию на свою деятельность. Я вам об этом и говорю. Ну, договор попросил прислать. Ничего мне не прислали, какую-то херню. Говорит, все есть на сайте. Ну, я заходил на сайте, я ничего не нашел. Вот. Так, о чем слился?